Здравствуйте. Приобрели 13-й кодос, 13-й лезвие-нож. У вас вот в такой упаковке. Модель у нас пекинес. И мы пробуем этим 13-м ножом сейчас брить пекинеса. Само лезвие удобное, мы пользуемся все, рекомендуем всем. Хорошо заходит, остренькое, то есть нареканий вообще никаких нету. Очень довольны, миниатюрная триммер-машинка, то есть лезвие тоже, ножи очень миниатюрные, не пугают собачку. Да, и собачку, и кошечку тоже мы бреем. Тоже это не, животных не пугает, потому что массивная машинка, рука устает. И если много брить, то, соответственно, не до конца. Вот до сюда просто. Вот просто где у йорков. Как у йорков, по чуть-чуть. Угу, где зона гигиены, все. Остальное мы просто ножными пройдемся. Вот так вот заходит нож. Великолепный просто. Покажи нож, пожалуйста. Вот так переверни, вот он, это 13-й, 13 миллиметров. Повторяюсь, очень аккуратно, миниатюрный, и всем рекомендую, потому что в работе очень удобно. Легкая машинка, соответственно, легкий нож, это нет массивности, животному удобно, нет уклона, сгиба на, или опоры на животного, то есть очень легко заходит. И животному комфортно, не чувствует он ничего. И, соответственно, руке и мастеру комфортно. Вот такой процесс работы с этим ножом. Происходит очень все быстро, аккуратненько. Труднодоступные места, где машинке тяжело пройти, потому что лезвие, ножи, как обычно, большие, крупные, да, и тяжелые здесь, прям совершенно гигиена, пах, ножки вокруг, все это очень легко идет. По идее, надо было немножечко расчесать собачку, потому что собачка забита после дачи. Поэтому здесь приходят трудности в том, что лезвие просто не тяжело заходит. Собачка старенькая, вся запутанная.